By the way, have you ever learned this move? Huh? Watch. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики! С вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить игру Shenmue из раздела «Лучшие игры». Это шестая часть моего прохождения. Ну что же, в пятой части мы остановились на том, что мы зашли в офис некой корпорации и узнали там интересные подробности о том, что наш Чарли, которого мы так долго искали в пятой части, где-то гуляет по Дабуити именно вечером, рядом с оружейным магазином и магазином курток Якосуки. Ну что же, у нас сейчас уже 5 часов вечера, и уже начало темнеть. Дождик наш прошел. И я думаю, скоро этот Чарли должен где-то появиться, я даже не знаю. Где-то здесь, где-то вот здесь он должен у нас обитать, так сказать. Вот здесь у нас оружейный магазин. И Курита-сан. Давайте спросим его еще разочек. Курита-сан. Yo, how are ya? Do you know a man named Charlie? Yeah, I sometimes see that dude out in front of the shop. Hmm, I haven't seen him around lately, though. Да, в последнее время он его не видел, но нам подсказали, что вечером он должен быть. Должен быть где-то здесь, где-то рядом. Магазин называется «Заплатки Мэри». Ха. А где здесь магазин курток? Магазин оружия Куриты? Нет, нет, нам-то женщина ни к чему. Спрашивать нам ее не о чем. Ну вот, магазин куртки Юпитера, да. Где-то здесь должен быть Чарли, и появиться он должен часам к 6 вечера. Это у нас магазин пекарни Комине. Ну, давайте, пока мы проводим время, куплю какую-нибудь игрушечку. Здесь у нас другие автоматики стоят. Я возьму из правого. I love this. Maybe just one. Ну, одну. Какой-то многоугольник нам выпал такой вот интересный. Ну что же. Бинс Бэйн 3. 3, то есть есть еще один и 2. Нет, я думаю, этого достаточно. И сходим выпьем чего-нибудь. Жарковато тут вечерами. Возьмем обычную колу. Время уже близится к 6 часам. Мы попили. Купили игрушечку. Good. Я очень надеюсь, что Чарли сейчас должен появиться. Интересная, кстати, особенность здесь есть. То, что, например, в некоторых магазинах продавцы уходят. Приходят люди на замену, как бы, вместо этого продавца, пока он куда-то отлучается. И так далее. Такие вот жизненные моменты, которые, в общем-то, которых, в общем-то, могло и не быть. Я могу сейчас. Ryo, what are you doing here? I was having a drink with your father. With my father? Well,
You may not believe it, but I've been training in Kobujutsu for many years. I used to spar with your father. After our workouts, we always drank sake together. By the way, have you ever learned this move? Huh? Watch. Вот это да. Yamagishi-san, what move is that? It's an ancient technique that I once taught to Iwao. To my father? Martial arts masters often exchange techniques, just as your father and I did. We were very good friends. It must be fate that you came here. I want to teach you this move. How about it? Конечно. Please teach me. Well, there's no time like the present. I'll teach you right here, right now. It's a move from Kobujutsu called Double Blow. I'll show you the footwork first, so watch carefully. Take one step forward and build up your energy, then strike with your arms and legs at the same time. This is the double blow. Now you try. First, quickly shift your weight forward. Итак, мне нужно сделать выпад вперед и ударить ногами и руками. Good. That's the way. Then as you move forward, you extend your arms and legs as you strike with your palms. Now, try it again. Ну-ка. Да. Well, excellent. You have managed to learn it rather quickly, I see. Thank you. The double blow was developed during the 16th century. It's a very powerful technique, and if done properly, the blow can be felt even through armor. Do you want to practice some more to make sure you've mastered it? Нет, спасибо, я достаточно его опробовал. No, I think I've got it. I see. Really? All right. Perhaps you'll be fine. Keep at it and good luck. Yes. Thank you very much. Someday, I'd like us to drink sake together. Me too. I look forward to that day. Ну что ж, друзья, вот такой интересный... Интересный прием мы освоили, просто заглянув в этот парк в вечернее время. И время уже у нас 7 часов, так как пока мы осваивали прием, время, конечно, не останавливалось. И мы идем искать этого Чарли, который, в принципе, должен быть где-то здесь. Где-нибудь, не знаю, где-то здесь должен прогуливаться, ведь уже вечер. А это кто? Are you all right? I'm just fine and dandy. Are you sure? I'm okay. И у нас наступил вечер. Мне так нравится эта музыка, такая приятная. Ну что ж, даже уже видео, какой-то чувак с бумбоксом проехал на велосипеде. Тоже, где-то должен быть Чарли. Но что-то никого нету, только пьяненький мужичок.
Нету его, пока не встречаю. Давайте прогуляемся. Где он может быть? Может быть, на дальней аллее, как всегда. Посмотрим, кто знает, что случится. Ведь здесь такие непредсказуемые моменты. Оно-сан, ну что ж ты, скажи нам поточнее. Оно-сан. Hey, Ryo! Да, он не хочет нам говорить поточнее, ладно. В бар я не пойду, потому что нас оттуда выперли после сильнейшей драки, которую мы устроили. Все там совершенно разгромив. Где же этот Чарли должен быть, а? Не знаю. Нету его, не видно. Хотя должен быть вечером, как у нас в дневнике и написано. Чарли будет в Дубуите вечером. Чарли Байкер. Он часто заходит в оружейный магазин. Спросить Цуроку лавка курток. Ну, вроде Цуроку мы уже спрашивали. В лавке курток мы были. Yo, pal! What's up? Hey, I know you. Nah, let me apologize for before. What? You know, you're a good fighter. I was impressed. So? I'm looking for a guy named Charlie. Charlie? Yeah, he's a friend of mine. Really? Yeah, you don't trust people, do ya? Come on. I'll take you to meet him. Ну что ж, кажется, это ловушка, но мы все равно идем. Да, как я и говорил. We got ya! Come on, tough guy, show us what you got. Что же, время опробовать прием двойной удар. Так, стоп. Тихонечко. Да, вот это удар, вот это был он. Кстати говоря, во время такой обычной драки у нас здоровье восстанавливается, но немного. So, do you know Charlie? I don't know any Charlie. Where'd you get the tattoo? Okinawa. I'm not lying, but there's a tattoo parlor in Yokosuka too. A friend told me about it. Where's the tattoo parlor? I don't know. You've gotta believe me. Итак, хоть мы и попали в такую передрягу, мы из нее выбрались, потому что знание кунг-фу — это все. Это все, ребята, надо мне тоже заниматься кунг-фу. И вам советую. Нам нужно найти салон татуировок. Сколько мы, конечно, гуляли, но Чарли все-таки мы встретили, все-таки нашли, хотя это было непросто. Нам нужно найти салон татуировок. Курита-сан. Yo, how are ya? Know of any tattoo parlors around here? Tattoo parlors? You know, man, I heard there's one around. Don't know where it is, though. I see. Такс, ну, он нам не подсказал, конечно, Том. Ну, конечно, вряд ли ты нам подскажешь. Tom. Hi, Ryo. Do you know of any tattoo parlors around here? Ryo, are you getting a tattoo? I'm looking for someone. Sorry, I don't know of any tattoo parlors, man. Really?
Да, Том, ты нам совсем не помогаешь что-то в последнее время. Кто же может знать о салоне татуировок? Здесь нет продавца, он ушел. Но может быть Оно-сан поможет, еще 9 вечера нету. Он должен находиться в магазине. Да, он здесь. Оно-сан. Hey, Ryo! Do you know of any tattoo parlors around here? Tat? Oh, right, tattoos. I heard there was a shop like that around here. Really? Do you know where it is? No idea. Oh, I know some of the bikers who come here sometimes have tattoos on their arms. Why don't you ask them? Where can I find them? I see them a lot in the arcade. The arcade? Thanks. Да, время отправиться в аркейд. Но боюсь, что они уже ушли оттуда, потому что время позднее. Хотя что, их мамочка домой позвала? Это да, действительно глупо. Но мне казалось, что вечером возле аркейда нет мотоциклов. Но забавно, конечно, байкеры сидят в игровом зале. У нас бы сказали, что... А, сосунки, сидите, играете в игрушечки. Задроты. Но байки здесь, поэтому и байкеры должны быть внутри, которые нас все время отшивали. Как же они мне надоели. Все равно мне кажется, что это вот и есть Чарли в этой красной бандане. Но все сходится. Кожаная куртка, черные очки. What you want? И татушка. I'd like to ask you about your tattoo. You interested in tattoos? Yeah. This tattoo's our gang symbol. Where'd you get it? At the best tattoo artist around. Where's that tattoo parlor? By the look of those arms, you look like you can hold your own in a fight. I'll tell you what you want to know, if you'll join our gang. Что? В банду? Нет. No. I got nothing to say to you then. This guy's a total loser. Чтобы Рио да вступил в какую-то гадкую банду? Нет, сэр. Хотя, может, стоило. Чисто ради того, чтобы узнать. Нет, но это все равно не наш вариант. Нет, нет, нет. Ну а у кого мы тогда узнаем о салоне татуировок, кроме вот этих прожженных бандюк? Даже не знаю. В магазинах, может быть, поспрашивать, но Курица-сан уже ушел. Water Dragon закрыт вроде бы уже. Хотя я пробежал мимо него, давайте посмотрим. Но мне кажется, он закрыт уже. Уже поздно. По-моему, да, закрыт. Да, да. Закрыт уже поздно. Уже время позднее, вечернее. Может, стоило вступить в банду? Я уже начинаю думать. У кого же мне тогда спросить? Здесь никого нет. Все ушли. Ну, уже вечер, да? Уже время позднее, как говорится. Может быть, зайти в какой-нибудь бар и спросить там. Давайте. Do you have a minute, Saijo-san? Yeah, what is it? Do you know of a tattoo parlor around here? Yeah, there's one nearby. You getting a tattoo? No, I just have some business with a guy who goes there. What kind of business? About the location of that tattoo parlor? Okayama Heights. Okayama Heights? Run by a crazy guy called Takashiro. Can't tell by his appearance, but he's good. That's all right. Ха, ну вот так вот просто мы узнали, просто найдя нужного человека. Он находится... Акими-сан. Находится в Окаяма Хейтс. Все время мы здороваемся с этой девушкой,
которая, в общем-то, если с ней заговорить, ничего особого нам не скажет. Акаяма Хейтс, он сказал, что это рядом, давайте посмотрим. Может, где-то по соседству. Итак. А, ха-ха, это и есть Акаяма Хейтс. Ну, пойдемте. Так, это у нас что здесь? Perhaps they're out? Так, нет, явно не здесь. Курита-сан тут что-то делает. Гуляет вечером. Шел бы домой, целый день стоять у магазина, устал, наверное. Так, здесь? I don't think anybody's in. А где тогда? А, может быть, здесь. Да, точно. Открыто по вечерам. Sorry, man, we're closed. A guy named Charlie gets his tattoos here, right? Never heard of him. That's funny. He's been bragging about your work. I want to ask him something in person. That's so. Hey, man, why don't you lose the jacket? What? Easy, man. I just figured you've got perfect skin for my work. Nice color. No sag. I would love to get the chance to work on someone fresh for a change. I'm sick and tired of those cheap, greasy punks. No, I'm not into tattoos. I want to know about Charlie. Hey, let me work on you, man. I won't charge you nothing. Come on. I said no. Oh, man. Too bad. You know Charlie, don't you? Come on back tomorrow. Is he coming in tomorrow? He might come. Look, I'm closed. Get out. По-моему, нас сейчас посылают каким-то жестоким образом. Надо вернуться сюда. Ну, почему не сегодня? You know Charlie, don't you? Come on back tomorrow. Is he coming in tomorrow? He might come. Look, I'm closed. Get out. Да, придется нам прийти завтра, хотя, ладно, действительно, уже 10 часов, посмотрим, кстати, со скольки он работает, этот магазин. Ой, магазин, салон. Там на двери было написано время. До 12, что ли? Что ты закрываешься? Уже 10 часов вечера, а ты закрываешься. Нет, неправда, врешь ты все. Мне кажется, ты просто хочешь его предупредить. Открыт он с 2 дня до 12 вечера. Ну что ж, отправляемся домой. Отправляемся домой. Потому что уже поздно. И старушка будет волноваться. Прекрасная музычка играет. Мне очень нравятся саундтреки. У меня скачаны, конечно, все. Давно слушаю. Особенно, я уже как говорил, когда вечер наступает, такая хорошая, спокойная музыка играет. Просто, просто, просто приятно, приятно слушать. Надо нам будет как-то в следующий день провести время до 2 часов дня. И дальше отправиться уже в салон татуировок. Потому что открывается он только с 2, к сожалению. А просыпается Рио в 9 утра. Ложится рано и встает рано. Да, не то что я. Ой, котенок. Котенок мяукает. Может, мы его накормим все-таки? Что ж такое? Он проснулся. Он какой хороший. How are you doing? Oh, да, I bet you remember me, don't you? Ну-ка. Ну напои котенка-то. Вон, проснулся, мяукает. Во, наконец-то. There you go. Good, huh? Seems you were hungry, huh? Да, проголодался маленький. Проголодался. Ну что же.
Мы покормили котенка, теперь можно отправляться. It's getting really late. Да. Действительно, уже поздно, и я иду, Рио, ты меня не подгоняй. Видимо, почему мы не могли покормить котенка? Он просто... Вот мы приходили, он просто спал еще. А тут мы пришли, он мяукает и не спит. Надеюсь, и Ниссан еще не начала волноваться. Хотя уже около 11, да, она говорила приходить до 10, по-моему, если я не ошибаюсь. Или до 11. Нет, по-моему, до 11 все-таки. Так что все в порядке. Ниссан, you're home. Oh, hi, Ниссан. I was worried because it was getting late. Don't worry. I'll always be home by 11 o'clock. I do not wish to nag you, but... Yes, I understand. Ну, мы к 11 дома, поэтому не волнуйся, наша старушка. Все будет в порядке. Что же, отправляемся спать или... Ну да, отправляемся спать. Что же, и на этом я закончу шестую часть моего прохождения по игре Shenmue. Надеюсь, вам понравилось. В следующей седьмой части мы отправимся в салон татуировок. И все-таки разыщем этого Чарли. Что ж такое, сколько его можно искать? На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии.